там. Какой у нас есть памятник города. Вот такие вот интересные банки. Памятники администрации. Просто школа. Теперь лицей имени Тихонова. Насешь. Остальные все. Сколько он тут? Установки-то какие прям расписаны. Никто еще ничего не покоцал. Дом культуры все-таки рядом. Вон, смотри, фотографии. Хлеб. Хлеб свой любишь купить? Куплю. Прям в лес. Перешивать. Ничего, там разберемся, ага. Да, она тут цепляется за все подряд, эти пуговицы. Ну, без съемников там, ну, все нормально. Байка, а там байка, что там? Байка. Одна гайка. Ну-ка. Все. Ну-ка. Все. Сошку а левую снял. Ой, какая красота. А, выпал. Папка, смотри, какая красота. Все, жарко ей. Ну и эту. Ступицу. Уехал. Мы, как обычно, забыли. Что? Ни одной фотографии не снял. Нет, есть немножко с ними. Вот они поехали. Я надеюсь, они ничего не забыли, сумки все взяли. Да что-то они притормозили. Ноутбук-то они взяли хоть? Какой ноутбук? Планшет? Ноутбук. Сумка с ноутбуком. Посмотри там, а то можешь сейчас обратно вернуться. Попараться? Угу, так смотри, она может запнуться. Ей сложно ходить в этих ботинках. Тут-то построили домик, я и не видела. Ага. Сейчас два года прошло. Ты знаешь, как построили вот такие вот? Не знаю. Да надо было как-нибудь проехаться по деревнице. Пока светло. Дома посмотреть. Хочешь спать себе? А? Спать же себе. Нет, не сейчас. А что не завязали? Ей уши-то голые. И капюшон еще сверху. Да, сейчас поедете гулять с Димой. Там потом, может, варежки надо будет напялить. Ах, коленка! Чего? Давай лапу. Еще. На. Блин. Тяжело, кстати. А с ней спокойно. Эй! Что ты хочешь? Все, поедем. Не трогай провода, катать. Пожалуйста, только не провода. На, варежку дай. Дыхай. Смотри аккуратно. Держи. Там пальцы застряли где-нибудь. Я не знаю, как они делаются. Не сломать бы ничего. Люба, ты что, не хочешь одевать свои варежки? Не хочешь? Ну давай так оставь, ладно. Ну правильно, правильно. Главное дело, чтобы не мерзли. Давай, ладно, все. Тихай. Ну конечно, пойдем еще. Что там? Давай денем, потом будешь смотреть, давай. Вот так. Ты что не понимаешь, что ты меня сделал?
Что? Чтоб провода не дергались? Как она так будет варежку дергать? Как неудобно. Все. Что, поехали? Да, ветерочек-то недолго тогда. Угу. Если мало ли уснет, тогда можно будет ее как-нибудь туда, что-то во двор поставить. Багажник. Ладно, бежим спать, Сережа, а ты это? Да. Иди сюда. Иди. Это просто, да, смотровая площадка получается. Это вот сам заряди, вот этот парк. Да, это территория Кремля. Вот этот, про что вы говорили, это вот там три собора. Я вот единственное, не знаю, какой из них какой, что-то я не помню. Там есть Успенский собор и еще два других. А они не такие прям высокие, просто да, территория вот Кремля высоко. Подъехали. Она это на видно. Возвышенности стоит. На самом деле он такой стандартный высоты. Высота, конечно. Всю память сейчас я спешу. Я тут тоже решила рассмотреть. Да, шикарный памятник, да. Да, и вообще тут так красиво. Вот эти подсветки, mm-hmm. вот эти дома, вся вот эта архитектура. Конечно, потрясающе. Медный. Нет? Не знаю. Это все, да. Вроде блестит.